Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Продолжаю дальше делать свою пантеру. Сегодня нанес фильтры, но извиняюсь, что не смог по техническим причинам показать весь процесс. Ну, расскажу в двух словах. Фильтры делал я с масляной краски. Разводил желтый цвет. Добавил немножечко, чуть-чуть коричневого цвета. Развел все это white спиритом тикурила. Пользуюсь тикурилой, потому что она без запаха. Практически, ну как, есть небольшой запах, но он вообще не мешает. И рекомендую, вот кто не пробовал этот white spirit, то рекомендую. Тем более вот работаю на кухне. Пока еще холодный период, на балконе не могу работать. Тикурила вообще классная вещь, не воняет, без запаха. Там небольшой запашок есть, окно открыл, он сразу же улетучивается. Вот. Ну, нанес кисточкой где-то два слоя фильтр. Один раз сначала нанес, дал ему просохнуть. Потом нанес второй раз слой. Тоже вот он уже подсыхает. Ну, в принципе, мне эффект понравился. Вот. Немножечко размылись полосы. Вот, немножко размылись, чего я и хотел. Ну, посмотрю, может, еще раз пройдусь фильтром, но, может быть, уже даже его и не нужно будет делать. Потому что, в принципе, результат мне нравится. Все равно будем наносить лак, делать смывку. Вот. Потом будем опять же делать масляные точки. Масляные точки они еще размоют эти линии. Вот. Вот такие вот получились и каточки, и танк. Вот. Сегодня, извиняюсь, снимаю без штатива. Поэтому видео может немножко дрожать, но суть от этого не поменяется. Вот такая вот получилась башня. Ну что, осталось теперь лакировать. Делать смывку. На катки буду, тоже полакирую. Буду наносить пигменты. Делать траки. Ждите следующих моих видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписался. Всех благ вам и вашим близким, друзья.